Всем привет, дорогие друзья, мы играем Night Stalker, с вами Алекс Бонд. Мы сразу вот это вот делаем, качаем крипсиков сразу вот. И нам нельзя строить апгрейд to money tower, вот. В принципе, все остальные тауэрки нам можно строить. Я вот думаю сейчас, какую играть, Splash, Luck, Ultimate. Наверное, через Luck попробую сыграть. Потому что я уже играл через все тауэрки, кроме Luck. Ну, точнее, с Luck я когда-то начал, но нет. Арка реально зачем-то стреляет. Ты сейчас умрешь, и все, это конец будет. Вот, так что вам сейчас желательно построить хотя бы какой-то грейд башни. Так, там уже птички отправил Катибара, Катибара шарит. Птички отправил я, птички отправил Бирюзовый Максимчик. Птички отправил Арка. И ко мне шли эти только. Повезло. Так, что у нас тут? Здорово, Каки. Ты когда будешь? А вот и ко мне птички пришли. Так. Отправка — это зеленое дерево. Так. Это, кстати, неприятно выходит. Я уже думал, а что не в голосе еще? Я не понял, но тут запись идет, а мы без тебя. Так. Вот так вот строим. Сколько она стоит? 21, понял. Так, вот я не захожу. Нифига себе, правильный. Ну, можешь зайти покомментировать, что тебе можно. Ты руина. Так, у меня что-то 34, у Ашера 40 вообще. У меня все не так уж и плохо, оказывается. Могу не жаловаться. Здорово, Каки. Так, ну что, здравствуй, дамы и господа, мы смотрим, как руина сливает катку, в принципе, ничего нового. Всем привет, товарищи зрители, всех люблю, целую. И чисто Катибар, который дублирует крыс. У меня не было пуха, я выключил. Не, не дублировал я, потому что запустил пич на фоне еще. А, ну ладно. Сам себя решил продублировать. Ну а почему бы и нет, в принципе, я люблю свой голос. Ну вот, да, правильно, тоже так думаю. Так, вот мне главное выжить, потому что я на Lucky Tower, как сейчас. Это крайне тяжкая такая рандомная фигня. Он играет на имбе. Перевожу. Нет. К сожалению, в этот раз это не так. Так, ну чё, теперь 23, так понимаю, да? Ну конечно. Нет. Так, кто напомнит, как ставить дизлайк на Твиче? А, такого нет. Там у кнопки есть подписка, ты просто отписывайся. А, да, нашел, писать, отслеживать, все, да. Кстати, мне кажется, я зря Lucky Tower выбрал. 10. Опа. Потому что я что-то... Я кинул реакцию. Что она сделала? Опа, а что такое? Все сдохли. Катибара. Ты что там отправляешь вопрос? Птичек. Птичек? А что все сдохли? У тебя Ярко и Максим. Птички. Отправлять зеленое дерево, самое верхнее. У тебя самое нижнее. Я вижу, что птички. А чё они все сдохли? Птички. Птички, что ты... Что ты мне рассказываешь? Птички, птички у него. Птички у него. Видишь, какой. Ну давай. Типа, да, верхняя такая эта штука. Так. Даже пока не знаю, есть ли смысл что-то делать, когда можно ничего не делать, правильно? Много раз апать, да сколько хочешь. Да, от этого зависит твой инком. Чем больше ты хапнешь, тем больше тебя инком будет. В принципе, все. Убивать в ноль всех крипов тоже как бы смысла-то как такового нет, поэтому учти это. Так. Ого. Я бы себя переборщу, если я так сделаю. Это мы сделаем вот так вот. Катибара, кстати, руина. Интересный факт. Ты можешь грейдить своих лучниц, там вообще прикольные тетки потом идут. Тебе вот как можно больше улучшать своих воинов, на которых ты отправляешь, потому что ты больше денег будешь с этого зарабатывать. Это единственный инком в данный момент. Ну точнее, в принципе, в этой игре. Так как мы играем без инкома.
свершится предначертанное. Готово. Сами отправляются. Да, ты тут погрейдишь. Ты можешь их количество увеличить там. Да? Всякое такое. Но не более. Так, у меня уже грейженные птички пошли, я вижу. Вроде как держусь пока. Нормально все. Это хорошо. Не понятно, лаки-талки. Ну не знаю, я что-то думал, то что я обычно быстро. А ты тоже на Лаки Таверках? Нафига ты на Лаки Таверках? Мне кажется, Аро Таверки самые такие надежные. В самом деле. Мне они больше всех нравятся. А еще башни продают 100%. Ну со 100% стоимостью. Так. Прикольно, написал то, что я отправляю трентов, а на самом-то деле обманочка, обманочка произошла. Так, там кто-то уже обалдевает самих крипов. А я начинаю обалдевать с крипов, которых отправляют мне немножко. Полразика так. Пол шишечки. А как, и ваши комментарии по этому я поводу? Делаешь кушать, понял. Всем приятно, птик, кто сейчас кушает. Это хорошо. Да я хоть закончу, сейчас уворуюсь. Давай, давай. Так, ну у меня меньше всех крипов, я считаю, что это достижение, да, человечества. Если я уничтожаю одну башню, я получаю 31 монеточку, то бишь мы можем считать. Я могу уничтожить, сколько это? 31, 10 башен и почти купить. А, ну да, уже купить. 10 башен. Ну, кстати, вариант хороший, да. Столько вот башен уничтожаю и... Делаю так. Я обманул. Я получаю не столько, сколько я думал. А почему я получаю не столько, сколько я думал? Стример обманщик, так пишем в хэштеге. Стоп, че? Ну, я не понимаю, сколько я получаю. Ладно, пофиг. Возможно, я всех обманул и получаю мы не полную стоимость, а стоимость грейженной башни только. Ё-моё. Это, кстати, печально будет. Если это так. Прям, кстати, реально печально. Я сейчас их еще посносил так хорошо. По максимуму чисто. Так, можем еще увеличить их урон. Любить сделать вот это, конечно, сделать надо. Исследование завершено. Так. Увеличение урона толку нет, надо количеством брать. Просто брать количеством и все. Лаки Таверки. 15 башен, кстати. Вон, 2-3 урона нормально. Убиваю всех. Можно, кстати, вот эту вот качнуть, посмотреть, что будет. 2, 3, 3, 5, 4. Прикольно, кстати. Сейчас чисто базик таверками буду всех сносить. Так, все, теперь я тут. Новые имба-тактики. Да. Сношу всех базовыми башнями. Не, ну вон просто сюрикены летают, тут зазы. Что там зазы вообще отправляет? Деревья. Удивлен, удивлен. Почему только деревья? Нужно больше золота. У меня уже грейжные деревья пошли, ё-моё. Кстати, неприятная фигня, хочу отметить. Но мне пофиг, я инкомлю дальше, как говорится. Я сейчас остаюсь в руинах, все вполне справедливо. Когда ко мне выходят более сильные крипы, я продолжаю инкомить. А как еще что-то отправлять? Ну, ты отправляешь вот это. Ну, в этом зеленом дереве все. Offense Center. В нем все улучшаешь и все. Более ничего не делаешь. Арка вышел. Арка расстроился своему поражению. И вышел. Отписываемся от него. Что это так? Не понял. Пацаны, конкурс. Кто отпишется быстрее всех, получит сотку. Фига себе. А если не подписывался, можно сразу получить? Опа, сотка моя. Или сотку каждому, стой. А это получается будет сотка каждому, да? Ты готов выплатить 7 соток? А если я удаляю, то это все отпишутся, получается? Правильно? Да, если удалить канал, короче, то получается за каждого с меня по сотке. А, я получаю.
Да. То есть ты мне 7 косарей отправляешь. Ну, ты удаляешь канал и не восстанавливаешь, если это возможно. Ну, я просто создам новый и все. Я просто создам новый и все. Но нет, все это сразу не дойдут, все равно там. Я сначала понял, сначала сделал ультра много коротких видосиков, мы переходим на новый. Там, короче, весь актив остается, человек 100. И все. Ну, ты смотри, до первым ты не будешь все равно, я ждал, кто первый будет. И первый ты явно не успеешь это сделать. Не, ну тогда, ну и ладно, я бы это все равно не делал. А жаль, я бы посмотрел бы. Ай, да, конечно, я не сомневался. Чё-то, кстати, как... подписки работают, если кто-то знает, нет? В смысле не работают? Ну, типа, я вот захожу на Twitch. А, ты про то? Чё говоришь? Я понял, про что ты. Как же не работает? Или, типа, я не знаю. Не может, ты криворучка? Нет, ну, типа, я же её уже делал. Вот сейчас, типа, я пытаюсь сделать её по новой, к примеру. Да, я понимаю. Прямо сейчас, прямо в прямом эфире пытаюсь. Но я не знаю, сделать, понимаешь. Заходим в банк, смотри, смотрим, значит, данные моей карты. А их нет. Значит, записываем, ребят, значит, CVC-код моей карты, значит. Так, важно. Сейчас, нам вот это нужно, так, реквизиты. CVC-код 206. Запомнили. А она говорит, не буду. А почему номера нет и даты рождения, даты окончания? Дата рождения. На моей карте нет, дата рождения. А что за карта без даты рождения? Не понял. Фигня выходит, а не карта. Тебя, видимо, обманули. Тебя обманули, да. Нажимаю оплатить. Оп. Почему ты не хочешь? Девятка. Мне кажется, Катибара решил супер лаки таурки строить нафига-то. Мне просто больно какой-то момент, я решил уйти в оборону. Нет, ты просто не понял, ты тупишь. Ты тупишь. Ну посмотри на мои лаки таурки, посмотри на свои супер лаки таурки. Ну. А ты знаешь, чем прикол в лаки таурки? Ну-ка расскажи. У них крит. За сколько? За 55, да ты с дуба рухнул. Я лучше улучшение сделаю. У них крит 40% x3. Вообще пофиг. Она 55 стоит на каждую. Ты шутишь? Когда ты можешь просто наносить бешеный урон. Да, я вот думаю, пока вы играете, успею я еще и в душ стоять. Ну, вряд ли. Почему мнения разошлись? Кто-то говорит правду. Кто-то в чате говорит правду, наверное. Может, хотя организовать актив в чате. Это что-то делать надо своими руками. После того, как ты сказал, что можно говорить актив, зритель стало на 3 меньше сразу. никто не хочет мой актив. Пацаны еще не готовы. У тебя просто плохой актив, понял? Вот и все. А почему ты убрал остальные эти колючки из водички? Ну да. Я им говорил про это сегодня, восстанови там что-то хотя бы. Разве? Что ты врешь? Ты не говорил такое. Я тебе говорил сегодня, в смысле? Ты говорил, надо убрать вчера. Вот я вчера убрал это за 2,5. Ненужный, все. Да нет, я говорил, что надо убрать это... Без мата стрим, потому что у нас так стримы без мата. Ну вот, я его убрал. Теперь жалко, да что убрал. Да нет, я про то, что смотри. Там ни картошки, ни прощание пионера, ничего этого нет. Делать колючки такие озвученные. Ну я не знаю, но я их отрубил, наверное. Они ломались есть... постоянно. Просто смотри, за озвучение осталась только водичка и ровная осанка, все. А, осанка без звука, только водичка осталась. Водичка тоже без звука. Там уже все без звука. Я не знаю, там, короче, какая-то фигня началась с этой приложухой. Они там... Сначала, короче, понял, я захожу. Там что-то типа бесконечность можно было делать. Потом захожу в следующий раз, там уже 20 штук, все. То есть они обновили такие, опа, что-то как-то халявно, дай-ка 20 штук можно. Вот. И они ломались. Они ломались между собой, эти озвучки. Я специально выдал сообщение, чтобы ты понимал. Ты там букву перепутал первую. Ну, точнее, третью. Грамматика в расчет не входила. Что ты возмущаешься? Ну так... Нет, там просто есть свои приколы из-за этой буквы.
Девятка. Ну, ладно. Будешь Алекс. Окей. Вот, а это уже не я. Вот и все. Ну, в чате это ты, так что ничего не знаю. Не. Я не знаю, вот люди заходят туда-сюда, я просто понимаю, некоторые сидят просто молча. Ребятушки, вы хоть пишите, поболтаем, чё вы, не стесняйтесь. Вот у нас есть котик и этикет. Когда-нибудь мы дойдем, чтобы его к этикетам кормить, да? Кто сейчас видит стриме? Ой, не к этикетам, Реал Канином. Ну хотя бы такой актив, и то лучше ничего. Просто не знаю, 9 человек, играет трое, актива 0. Я чуть не знаю, что-то с этими лайки-таурками слишком все как-то видишь, что ли. Или Катибара просто руины. А то не актив получает бан. Потому что его просто бьют. А он все супер-таурками строит, и у него как бы денег нет, я понял. Сейчас я перейду в режим модератора, посмотрю, кто сидит на стриме, и раздам баны. Ты делаешь актив, убирай актив. Что-то ты руина. Ничего не знаю. Ты руина. Да здравствует наш суд, самый гуманный суд в мире. Ля, а Заза не можешь насылать на тебя. А у нас треугольник получился. Все, я понял, слышишь? Я просто гений. Они, короче, убили всех, кто находится до меня, точнее, Катибара, я не знаю, каким образом. И теперь я насылаю на Зазу столько, что он... Че, он не может насылать... Нет, так не должно работать. Почему так? Нет, что-то я не понял логики, кстати. Надо увеличить количество лаки-таврок. Жизнь замерзла. Не знаю, я пошел отдохнуть, батя, ребят. Чё они там? Чё? Ну, зашел даже в Дискорд, ребят, побайтил. Нужно больше золота. О, не стало 200 зрителей. Байти все и вся. Все, что видишь. Поверил, походу. Байт сработал. Куда? Если я скопирую ссылку, если скопирую ссылку из твича, то там модераторская ссылка будет. Ну-ка, можете необычный, пожалуйста. Модераторская ссылка, нифига себе. Ну так вообще-то да, я сижу модерирую твой чат тут, значит, знаешь, как сложно? Сообщение в секунду летит. Я ей не справляюсь. Да я сам не успеваю читать-то, чё? Ну вот я о том же. Чисто запись идет, тут люди такие, что, какой чат, вообще о чем речь? И типа чисто те, кто знает, что мы одновременно снимаем и записываем видосы. Прилетело. Сейчас мы кое-что пытаемся сделать, конечно, как вариант. Бота, да? 7 людей, ты что-то плохо моделируешь. Но мне кажется, я тебя сейчас сольешь. Я сказал, всех в банк, кто не ответит. Тебе не кажется? А мне не нравится, что ему, кстати, так сильно начали засылать, потому что сейчас этот засыл пойдет на меня. Это так, да. Так, Катибара, не вздумай сливать. А, там не только он сливает, кстати. Такой моментик пошел. Хорошенький. Сливает-то не только Катибара. О, пионер появился. Слушай, а знаешь, что я сейчас сделаю? Сейчас зайду и, короче, кинул ссылочку на Twitch, могу это сделать. Опа! Ты призвал пионера. Вот там пошел кидать ссылочку, мне стало страшно. Да, кинул на канал, где дальше я пока плел, понял. Может, я подумал, ты уже кому-то пошел на стримы ему закидывать, такой чисто наглый. Но так делать нельзя. А почему бы и нет? Ну бы так. Не-не-не-не-не. Фигня задумка. Так, все. Я сейчас кидаю лучше ссылку в канал по землям бога, и дальше мы идем в земли бога играть. Не. Катибар живет лучше, чем... Ой, хуже. Хуже, чем Заза. Это плохо. Это очень плохо. Это прям категорически. Катибар, я тебя спасаю как могу, учти. Знаешь, чем прикол? У меня на 3 уровня больше, чем у Зазы, хотя у Зазы только что был на 1 уровень меньше, чем у меня. А у Катибара еще на 3 уровня меньше. Ну, как бы я сразу третий пионерчик. Пионерчик, ты к нам играть или так чисто? По зазыву некоторых людей пришел.
некоторых людей, которых мы оба знаем. Так, надо вот это делать. Что там, грейды идут, нет? Блин, грейд у него пошел, это плохо. Влад в бане, что ли? Кто? Влад в бане, что ли, на твиче? Да нет, вроде. А то он пишет, почему, что там такое на твиче, а то я в бане. Я не знаю. Я просто забыл, что происходит трешовое, короче, но никому не сказал, что происходит. Блин, мне нравится, я тебя как-нибудь сделаю своим этим помощником. Когда-нибудь. Знаешь, у тебя уже забронировано место на будущее. Да. Великое место среди великих людей. Ну что-то актив опять упал. Плохо, байтер. Надо так, чтобы они оставались. Теперь здесь надо... Теперь здесь надо такое, офигеть, что это? На самом деле, я реально не знаю, почему я вот настолько сильно их опережаю, невидимо. Блин, он опять меня догоняет, зараза. И у него прям... Играешь, и у него там пипец защита, то есть если он все-таки как-то снесет Катибару, мне пипец. Катибар-то нифига не улучшает. Я как бы и не готовлюсь, я чисто в грейды иду. Ладно, идем на завал. А сколько у него? Ты что, думаешь, я в грейды не иду, да? Ну ты грейды башен идешь, но не более. Я им на грейды про войска. О, грейд на войска пошел, кстати. Неплохо, неплохо. Так, сюда. Не, все, я пошел завалить, мне все равно. Мне все равно, я сказал, что ты там на меня шлешь, я не понял. Не, кстати, лаки-торки же достаточно дешевые. Я не уверен, но тут есть такое ощущение. Так, что-то Катибара дохнет, ты зачем это сделал? Ты зачем там что-то на меня отправил? Ты сейчас сдохнешь от этого. Ты понимаешь? Оно тебя убьет. Нет, нет. Он сдох. Он сдох, мне капец. Мне капец. Не, просто реально капец. Я не понял. Без прикола. В смысле капец? В смысле ты рад, я не понял. Я всего это. Татлад пишет, блин, надеюсь, руины не удалит стрим. Примерно тайминг какой. Я посмотрю, когда интернет будет нормально. Говорит, да нет, точно удалить такое нельзя оставлять. 100% все удалить, заходи сейчас. Нормально. Байтер 3000. И никто ничего не пишет в чате, кстати. Ты плохо байтишь. Мы постоянно с тобой общаться, мы общаемся друг с другом. В нашем отдельном чате. С кем? Друг другу ручку пишем. Понятно все. Руины. Ох, байтиш, меня сейчас снесли. Дорогие друзья. 23 минуты, сразу всех снес. Блин, обидно. Очень обидно. Я говорил то, что ауру таурки самые лучшие там, да. Просто я его постоянно тащил. Да, красавчик Зада, спасибо за игру. Надеюсь, вам понравился видосик, дорогие друзья. С вами были Алекс Бон, Катибара в голосе. Заза как победитель. Играли мы Night Stalker без инкома. Если хотите увидеть продолжение, ставьте лайк, пишите комментарии. Всем удачи и всем пока.